Про выборы, товарищ Дергунов. Ни один из кандидатов не вызывает доверия в обещаниях экономического роста. Да. Ленин писал, что бойкотировать выборы нельзя. Как быть современной Россией и за кого голосовать? Как хотите. Это не имеет принципиального значения для развития России. Никакого. Что решает сейчас на этих выборах правящий класс? Правящий класс чем занимается? Он должен, если он правящий, он должен, завоевывать власть. Он завоевал? Завоевал. Так это были для этого, так сказать, с 61 по 90-е годы, по 91-й. Завоевано, так? Второе. Сохранять свою власть. И третье, использовать ее для реализации своих интересов. Я сегодня достаточно пространно объяснял, что наша буржуазия не использует власть для осуществления своих интересов. Ну, не использует она ни планы, ни концепции, ни программы, не думает об этом, не хочет даже думать о перспективах, не поручает это Академии наук, если сама не может и так далее. Остается одно – сохранить власть. Ну вот выборы состоят в том, чтобы сохранить власть. Значит, докладываю, что буржуазия на этих выборах власть сохранит. Почему? Потому что голосуют люди в соответствии со своей идеологией. Правильно? Не в соответствии, что мы сейчас им посоветуем, я или вот вы, или вы. А какая у нас идеология? Идеология у нас определяется следующим законом, что общественное бытие определяет общественное сознание. У нас общественное бытие какое? Буржуазное. Сознание большинства? Скажите, пожалуйста, кто выиграет на этих выборах? Буржуазные деятели. Логично, если честные выборы. Если нечестные, не знаю. А если честные, только будут прозрачные всякие, и никаких нарушений, или мало нарушений, выиграет буржуазия. Вас интересует, кто из буржуазии? Ну, тоже, может быть, интересует. Потому что совсем какие-то, такие как Ельцин, например, гораздо хуже, чем тот, который сейчас президент. Потому что тот вообще американцев поставил везде на все оборонные предприятия. А Путин это критикует. Там. Значит, ну это, так сказать, это не наши разборки, это их, так сказать, дело. Как буржуазии, кого она там поставит. Ну, я могу сказать, кто кого поставит. Значит, у нас год назад были выборы в Думу. Мы что, не знаем, кто какое место получил? Значит, есть электорат, весь электорат уже разделен. Те, кто ходит на выборы, они уже определились. Те люди, которые голосуют за Путина, они не будут за КПРФ голосовать. А те, которые за КПРФ, они не будут голосовать за Путина. Эти сумасшедшие бандиты, которые голосуют за ЛДПР, за Жириновского, они будут за него голосовать. Но ему, видимо, сказали, ты там особенно сейчас не шуруй, потому что ты можешь оттянуть голоса от Путина. Поэтому он сейчас не вылезает. Поэтому у него будет третье место, а второе будет у КПРФ. Неважно, кто там, Грудинин, не Грудинин, там Грудички их еще называть. Вот, значит, получат они второе место. Потому что КПРФ уже показал, вот ее электорат. И дальше что? А дальше Явлинский. Яблоко, которое прямо... Вот то, что вот Бегизов предлагает, это чистая программа Явлинского. Я недавно слушал его выступление по «Эхо Москвы». Один к одному. Нам нужны иностранные инвестиции. Их не будет. Значит, надо снять эти санкции. А чтобы снять санкции, уйдите из Сирии и отдайте Донбасс. И тогда будет это все. Вот это говорит Явлинский. Ну вот за Явлинского проголосуют. Если вы будете деньги считать, сколько кто вложил. Ну, там вот Явлинский миллионы вложил. Миллионы вложила Собчак, который кого-то там оттянет к себе для оживления. Ну, это все сотни тысяч. Много они, ее электорат неустойчивый, он только что сейчас появился. Никто раньше голосовал за Путина, будет за Собчак голосовать? Нет. Кто голосовал за КПРФ, будет за Собчак? Нет. Ну, кто-то там вот придет, кто никогда не голосовал. А те, кто никогда не голосовал, в основном не придут. Поэтому на самом деле, вот я такой ролик записал, кто выиграет, но что-то его держит, ну, товарищ Пронин, все не хочет выпускать. Говорит, так рано вы уже рассказываете, кто победит. Ну а что я могу сделать, если я знаю, кто победит? Ну что я могу сделать? Я думаю, и все, если подумают, тоже поймут. Ну что тут, собственно, гадать? И вот, это не наш вопрос. Вам что надо? Мы хотим установить власть трудящихся. Ну работать-то мы должны в этом направлении. На выборах сейчас вот людей, так сказать, многие люди интересуются экономическими, политическими вопросами. Я, например, чаще выступаю, чем обычно, поскольку сейчас выборная кампания. Сейчас послушают, а раньше, может, не хотели слушать. И всем советую сейчас. Газету вот распространяем, специально принесли книжку, вот издали, пожалуйста, берите, читайте. Выборная кампания, потому что в это время надо подумать. Как бы в другое время не думали, давайте хоть в это время подумаем.
Но когда подумаем, то поймем, что выборы ничего решить не могут. Никогда на выборах представители рабочего класса не победили нигде. Никогда и нигде и не могут победить. И поскольку буржуазная идеология является результатом того, что базис экономический буржуазный. Вот и все. Чего тут вопросы? И вот все, за кого мне голос? Да за кого хотите. Можете, вот некоторые товарищи вот говорят, что возьмите бюллетень, напишите на нем, я за советскую власть, и отдайте. И вы участвовали. Ну и не отвечайте за то, что ваш этот, кого, за кого голосовали, какую-то чушь. Обязательно какую-нибудь чушь ведь сделает тот, за кого вы проголосовали.